саженцы рябиника рябиноцветного СЭМ из тех редких видов растений, которые красивы без цветения. Цветочки этого сорта очень малы, и после того, как они отцветут, их нужно удалять. Декоративную функцию выполняет листва. Ини окрашены в золотисто-желтый цвет и образуют округлую крону. Высаживают саженцы рябиника СЭМ на участке, куда большую часть для попадают солнечные лучи. Почву лучше удобрить, чтобы она была плодородной. В высоту кустарник может достичь 1 метр. Крупномер рябиника СЭМ хорошо переносит заморозки, обрезку и пересадки, но может погибнуть без влаги, поэтому нуждается в обильном поливе. Рябиник рябинолистный СЭМ – это кустарники высотой от 80 до 100 см. Цветет растение в месяц июнь и июль. Окраска цветка белая. Лист растения по форме непарно-перистый. Весной листва по цвету розовая, летом листва зеленая, осенью листва оранжево-бордовая. В качестве места выращивания прекрасно подходит открытый грунт. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине всесорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.